там тоже громкоговоритель. Да, можно дискач устраивать, короче. Бесплатное электричество. Отъехали мы от станции Доронинская, железнодорожной Васильевской ветки, и приехали к развязке. Вот эта ветка идет на Васильевский мох и на станцию Метис, а вот эта ветка идет на Силикатку. И в ближайшее время она будет разобрана, потому что там будет строиться скоростная трасса Москва-Питер. А мы поедем сейчас на Васильевский мох. Железнодорожная станция Васильевский мох. Последняя точка этой ветки. Все заколочено. Снята вывеска. Была здесь красивая вывеска в свое время. И вот есть только современная табличка. Рельсы еще остались, но они частично разобраны между этой станцией и городом Тверью.